Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет фаст-прокачка моего героя нового Свалин, вот так вот он называется здесь. Непонятно, как он на русском. Посмотрим, как его там назовут. Возможно, уже и назвали. Такс. Есть у нас одно свободное место, я его вытащил. Итого, поехали. Поехали, вот он наш. Activate, окей. Свалин, use. Что могу сказать о герое? Герой довольно-таки интересный, нестандартный. Есть много нюансов. Надо еще привыкнуть, ну, как его прокачивать, как с ним играть. Так, ну-ка давайте еще тупую чарку сразу. Вот так вот. Это не то, что нам надо. Мы с вами, ребятушки, сейчас потестируем, точнее прокачаем и потестируем в новой сборочке новым талантиком. Сразу же на максималочке я вам покажу, что это. У него и так, кстати, увеличение урона, это еще будет. Шанс крита на максималке. Такс. Я думаю, хватит нам книг. У меня, кстати, самое интересное вообще или вроде у меня уже и открывал сундуки. Я глянем. Сейчас придется слизней покупать за КГшки. Делаем аугментацию. Вот так вот быстренько герои качаются, когда ресов хватает. Так, отлично, аугментацию сделали. Так, чарка у меня уже есть, только это такая, знаете, так, не максимальная, не 5-5 надо будет потом с коробок пооткрывать, половить. Но опять же, он не первый, кому я буду ее ставить. Я хочу попробовать такие чары на героях, в первую очередь, на тех, которых я использую на атаке фортун, на PvP локациях, так как они дают уменьшение входящего урона, то есть против Фрея это будет вообще чудесно, плюс увеличивает отхил героя, это тоже очень круто, лучше, чем, допустим, даже, наверное, доспех. Потому что тут успех дает там хоть и жизнь. Так. Ну, видите. Ладно, не будем заморачиваться. Давайте его сразу докачаем. И затестим. Так. Надо и прорыв качать параллельно. Ну тут в райды бегать не надо. Тут в этом повезло. А, нет, есть у нас. Есть у нас. Сегодня ж получили. Правда, на максималку не хватит. Ну, на 9-10 хватило с половинкой. Такс. Ничего себе, видели? Уже не хватает. ЗП-шек. Докачался, называется.
Так, 5 мана. Так, значки почета. Получили, но все равно сейчас надо значки почета будет на прокачку сюда. Это ужасно заставляют без доната тратить самоцвета. Такс. Будет куда синие кристаллы опять потратить. Итак, еще один герой у нас доведен практически до максималки. Так, с этим разобрались. Просветики. Так, вторую эволюцию мы тоже ему сделали, отлично. Есть, да? Докачаем прорыв. Так. Все, здесь мы сделали, в принципе, то, что хотели. Сюда поставим. Так, эмблемка у нас будет для мгновенного включения ремочка стоять. Можно, в принципе, водушку поставить. Мы все равно начнем, потом пойдем на по локации. Так, воодушевление. Здесь у нас будет стоять, опять же, панчбукс. Вроде как бы все. Все, да не все. Следующий этап у нас прорыв. Ну, я уже это уберу. Вы сейчас увидите его уже на максималочке. Ну что, ребят, продолжаем трэш. Да, качал я его уже почти до 30-го. Добиваем последние. Буду ржать, если сейчас нам книг не хватит. Должно хватить, по идее. 30-й прорыв, новый талант. Хватило, еще осталось 200. Вот так вот, максималочка. Вот такая у нас сборка. Где там делся? Вот он здесь.
Плюс 120% жизни. Давайте поставим ему таблетку. Вот так вот. Такие вот у него статки. Скорость атаки, в принципе, как видите, не такая уж и маленькая. 800. В принципе, неплохо. Я вам уже его показывал. Поехали. Давайте так зафармим, попробуем. У меня нету как раз смотрителя. Отлично. Вот космо его бьет. И остальные. Ну и все. Встроенный он имеет ожог. А, он у нас еще здесь недокачанный. Тьфу-то. Вот я нуб. Так, надо нам немножко желтых слизней. Вот они. Вот так вот теперь я качаю героев. Я думаю, в ближайшее время исправим мы это. Так, отлично. Все, есть. Вот теперь он у нас максимальной сборочки, которая может быть. Единственная чара у нас не максимальная еще, но это мы тоже исправим. Хочу уже его просто потестить, посмотреть, что он может, что он не может. Быстрый набор благодаря воодушке. Ну, смотрим. 26% базы. Видите, как он бьет? В этом немножко минуса для PvP локации будут. Ну, замесовал. Вот так вот даже. Бывает и такое, ребят. Замесовал скиллом. Так, космо мы отправили. Станется, как видите, очень неплохо. То есть на битву гили я не знаю. Вот я какой топ. На деф, возможно, да. На атаку я бы, наверное, его не использовал. На китайке его тестил, покажу вам. На китайке, на английском сервере, думаю, потестим. Ну, в общем, вот как-то так. Ну, научимся правильно выкидывать. Может, с него будет еще какой-то толк. Ну, ожог, смотрите, вот сейчас вот неплохо держится. Ожог спасает, плюс он себя еще хилит. Ну, сейчас включится Фрея, плюс смотритель. И нам попа будет. Так, интересно, сколько он себя? 1 400 000 отхил, ребят. А вот это, конечно, круто. Лям 400 отхила. Но у нас увеличенные жизни. Не забывайте. Так, хорошо, давайте пойдем сюда. Посмотрите, какие криты. Интересно, сколько у него там жизни. А, у нас еще же не наролены эти созвездия. Плюс 1 000 000 восстановил. Но он сам себя хилит, в этом как бы плюс. Он наподобие командора. Но это не атакующая сборка, очень отлично. Видите, все-таки новая чара будет реально очень топовой. Так, давайте быстренько еще сделаем. Здесь докачать надо. Сопротивление, но может уклонение нам сейчас выпадут. Я в этом очень сомневаюсь, что мы быстро их наролим, как обычно. И все может быть. Ну, крит ему смысла нету. Крит сопротивления, как бы есть смысл. Уклонение,
Крит урон, я бы тоже не сказал, что есть смысл ставить. Он и так дамагер неплохой, а вот уклонение ему больше всего нужно, и оно нам не падает, как видите. Вот крит сопротивления падает, и все. Жизнь, как бы, вот эти вот показатели жизни тоже особо ничего не меняют. Прокачка там скилла с 12 на 13 дает вам совсем другие статки. Реально отсюда вот уклонение самый топчик, наверное. Плюс у него ожог есть, то есть плюс можно и выживание поставить. Смотря какая локация. Посмотрите, вообще просто не падает. Айджи, что вы сделали с уклонением? Диану. Сразу плюс 2. Красавчики, Айджи. Начали хоть пятерки падать, видите, надо восхвалять. Так, четверка. Айджи, красавчики. Не красавчики. Ну, почти красавчики. Станьте красавчиками, дайте пятерок. Не хотят они нам давать уклона. Дают все, что хочешь. Кроме пятого уклонения. Ну, убрали бы отсюда уже это. Запарило вот это сидеть по 5 секунд каждый раз ждать. Издевается, короче, они над нами. Пятерку просрал. Как же так? Придется еще чуть-чуть помучиться. Как бы было все быстрее. Ну, надо уже сделать его правильно. Правильной прокачки. Да, с пятеркой как-то засмотрелся я. Ну, бывает. Его тоже так получалось. Пишите в комментах. Так, есть. Осталось 3. Блин, как-то так замедленно. Раз, два, три, четыре. Секунды 3. Надо ждать. Так, отлично. Малость всего осталось нам. Пойдем. Побежимся по локациям. Посмотрим, стоит он того или нет. Так, давайте уже 2 пятерки нормальных, и мы побежим. Ой, как мне нравится это ролить.
эти созвездия, я больше всего от них кайфую, честно говоря. Еще четверка. Почему мне пятюня? Кстати, то почему двойка, почему единичка не падает? Начиная только со второй. Просто жесть, ребят, посмотрите, как убивается время. Ну, хотя, в принципе, знаете, ставить и тащить одну пятерку смысла нет. Возможно, тут больше шанс получить пятерку уклон. Вот так вот, теперь закрывайте глазки. Отлично. Так, ну что, поехали. Что там у нас за сборочка? Такая вот сборка. Давайте ставим сюда ремочку, чтобы он сразу включался. И будет пушка. Поехали на арену. Не знаю, какой там у меня, понятно, тут топ у нас уже закончился, поэтому. С ремочкой я уже показывал, он только добегает. Получается, он не достает героя, к сожалению. Но зато зараз сейчас посмотрим, сколько у него реально жизни. Так, забирают энергию, ну все, он, короче, их всех ушатал. То кого, череп? Череп его или он черепа? Да, конечно же, он черепа. Ну, блин, знаете, вот новая чарка нереально крутая. Я не знаю, как теперь, если выставить 6 героям в деф эту чару, как воевать против таких героев. Честно, не знаю. Там от хила будет очень много. Хочется на такого попасть. Ну, в принципе, здесь... Все как всегда. Соло он тащить не будет, он не бьет перед собой в данном случае. Он бьет по сторонам в основном. Поэтому в этой локации 50 на 50 он тащит. Ну и плюс у нас стоит ремка, то есть он включается сразу. Надо воодушевление, чтобы он дальше немножко забежал. Вот видите, в чем минус. Ну а так, конечно, он круто дамажит. Урона хватает. Так, ну-ка против Фрея смотрим, какой отхил. Ну-ну-ну, Фрея, давай, тащи. Ожог, ребят, вот вам ожог. Его плюсы, 9-й ожог, плюс уклонение, супер. Фрея просто не успевает отхил даже. Жесть, вот это он хилится. Вот так вот, жестко. Резкий, дерзкий бабуин деревенский. Поехали, еще против... Ну, тут нас сольют, наверное, сейчас. Скорее всего. Так, минус, минус, мисс, мисс, мисс. Ну, включись. Отхиливается, конечно, он божественно. Лям с копейками отхила. Ну-ну-ну-ну. Лям отхила, ребят. Реально чара топовая, это еще не максимальная она причем. Так, хорошо. Я делаю фаст тестик, чтобы вы просто уже понимали, что и как. Окончательно не понял. А вот он. Тут, конечно, он выносит на ура. Ну, тут единственное, хотя не знаю, как он против отражалки, надо будет попасть на отражалку еще. Ну, станется, видите.
Ну, блин, ожог, конечно, у него реально его спасать будет. Смотрите, просто выносит. Неожиданное такое предсказание, куда ударит. Так, ну тут слабенькие противники, поэтому мы бежим быстренько дальше. Так, тут уже поинтереснее, тут космо есть. Итак, смотр у нас Фрэнки, и все, и минус 0. Вот так вот, ребятушки. И причем минус 1 для героя, не особо топовой прокачки. Поехали. Давайте, о, кстати, давайте поменяем ему, зачем нам панчбокс сейчас. С уроном мы, в принципе, так разобрались. Ай, что он крут. Мы поставим ему ангела. Он и хилить его будет. Поехали в ЗБ. Поехали, посмотрим, что ты нам скажешь. Джун, 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 джун. Ну, блин, хорош. Да они его там не пробивают. Жесть. Ну, они, конечно, не прокачанные. Фрей есть, кстати. Вот как он тут будет с Фрей, вот мне интересно. Нифига себе, он что, поразбирал их всех? Обалдеть. Идут. Хотя вторая эволюция. Настало твое время, Анубис. Видите, Анубиса впереди бьет. Так, там смертушка нам мешает. Затащил. Красава. Эй, блин, жалко, мы на эту пачку попали. Давай, Махатмушка, красавица. Ну, против Лазули я не знаю, что он тут сможет сделать. Хотя, я вам скажу, посмотрите, как он обалденно окаменение накинул и зашел в центр. Супер. Герои, конечно, не 12-е скиллы, но здесь он себя реально круто показал. Видите, вообще жесть. По красоте. Нравится, нравится мне эта чарка на нем, конечно. Надо будет попробовать еще ИСО поставить. Посмотреть, там еще, да, добавится и жизнь. Давайте против Огника посмотрим. Понятно, Огника он не убьет. Но вот это мне нравится, ребят. Посмотрите, как он обалденно. Но вот тут, видите, он не попадает по героям. Получается, его скилл срабатывает мимо. Ну, Огника ушатал. Вот так вот. Там мимо, но зато Огника ушатал. Надо чары новые выбивать. Пробовать. Завтра с вами этими займемся. Ну, что я могу сказать тут по забытой? Здесь мне он понравился больше, чем на Тайване, где я его тестировал. Он здесь поувереннее смотрится на 30-м прорыве. Ну, тут уклонение, конечно же, и, как видите, новый талант тоже, в принципе, интересен. Он так усердно воюет. Кого-то зашатал. We'll be right back.
Не знаю, вроде как бы интересно. Надо будет его все-таки на атаке фортов еще затестить. Надо только чары повыбивать новые. Вот так вот. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем по такому же герою. Всем пока.